Я житель города Днепропетровска. В прошлом году познакомился в социальных сетях с представителями ДНР. Они предложили мне собирать через сочувствующих ДНР людей информацию о блокпостах, их вооружении, перемещениях украинской армии и передавать ее в штаб ДНР. Также ополченцы просили меня собирать информацию о украинских активистах, помогающих армии, в военном госпитале, секретных цехах Южмаша, настроения в городе и области. За выполнение этих задач они обещали мне заплатить серьезную сумму денег в долларах США, из-за чего я согласился.